В прошедшие выходные в республике прошло множество физкультурно-спортивных мероприятий. 8 августа вся страна праздновала День физкультурника. Как прошел праздник спорта в Чебоксарах, в нашем следующем сюжете. Спортсмены и любители спорта вновь встретились на Олимпийском. В этот раз поводом послужил их профессиональный праздник. На стадионе одновременно развернули 7 площадок для занятий спортом. В этот день в 79 городах страны стартовали всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». В Чувашии побороться за звание победителя решили 318 команд. Не остались без внимания и спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. Они показали свои возможности в фигурном вождении на колясках и в игре дартс. Как втянулись, вот все время здесь, сюда охота. Вот мне как объявили 5 дней назад, вот так каждый день ждал, пока когда настанет 8 августа. Пришла с бодрым настроением. Ну, хотелось, конечно, какое-нибудь призовое место занять. Третье место все-таки заняла. Ну, а настроение отличное. В честь Дня физкультурника мне бы хотелось поздравить всех профессиональных спортсменов, физкультурников, любителей и тех, кто начинает. Всех, чтобы у них все шло удачно, помогало здоровью. Состоялись турниры для любителей шахмат и пляжного волейбола. Но особое внимание зрителей привлек футбольный матч. Соперниками стали представители Министерства спорта Чувашии и Управления физкультуры городской администрации. Сегодня мы предложили Управлению спорта города Чебоксар футбол. Игра, конечно, удается не так просто, потому что не каждый раз приходится тренироваться. Но, тем не менее, навык есть, игра получается. Но надеемся, что итог матча будет дружеский. Всех хочу поздравить Всероссийским днем физкультурника. В нашей стране нет, наверное, жителя, кто бы не был причастен к физкультуре, к спорту, потому что в честь победы спортсменов играется гимн, поднимается авторитет страны. Поэтому, наверное, это один из лучших таких светлых праздников, который отмечается на территории Российской Федерации. Матч по мини-футболу завершился в пользу команды столичной мэрии. Счет 3-1. Тут же решили, что такой матч будет проводиться ежегодно. В День физкультурника спортивные объекты были доступны для всех любителей здорового образа жизни. Занятие по душе мог найти каждый. Екатерина Абрамова, Расиль Мухаметов, Республика.